Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. Что-то мне не нравится канал Ревелекс. А как вы думаете, кто вас троллит в укрепах постоянно? Это канал Ревелекс на Ютубе. Каждый понедельник, раз в неделю у него идет трансляция, где он, ну, якобы показывает, ну, соответственно, комнату он закрывает. Вы заходите, он заходит к вам в комнату, выходит, ну, использует баг в игре. Вы запускаете бой, а дальше все самое интересное. Он начинает троллить вас, там дедушка будет, Вахромей, как его называют, который якобы как там, он там помер давным-давно, который он у него на аватарке есть, и значок этого канала есть. Название канала Ревелекс. 2860 подписчиков. Ну да, потихонечку растет, молодец, молодец. Но то, что с его каналом связано у меня, это небольшой хейт в мою сторону. Ребята не хотят уходить по-хорошему, ну ладно. Количество роликов в его сторону будет увеличено. А еще это будет связано с тем, что многие другие авторы, которых я знаю, с которыми я списываюсь, они тоже будут его публиковать. И будут публиковать его так, что он не узнает даже о этих каналах, так же, как и о моих других каналах. Он не знает, где я его публикую. И на других аккаунтах ВКонтакте, в Одноклассниках, те, которые он не знает, естественно, которые не опубликованы, ни на каком канале. То есть есть основные типы каналов, ну якобы там основные, да, но есть еще другие социальные сети, ну копии других социальных сетей, где немножечко больше, конечно, там по 1200 друзей, там прочее, там аудитория побольше. Вот, и там мы их и ВКонтакте, и на Твиче показываем везде многие. Ну, там процентов 10, конечно, против этого, но остальные процентов 90 за, типа, ну, как бы, типа, да, человек, типа, они видят, типа, как он относится к моему контенту, типа, и прочее, типа. И я ему много раз уже говорил, типа, не нравится, выйди, попроси своих подписчиков выйти и не заходить. Потому что я такую травлю в твою сторону не делаю, но то, что делаешь ты, могу, в принципе, это и делать и я, как бы. Ты просто об этом не узнаешь, мы тоже так же будем потихонечку заходить к тебе. Мы все это смотрим, все твои группы просматриваются, даже Дискорд твой просматривается весь. Поэтому ты не думаешь, что ты там что-то в Дискорде скрываешь. Нет. Ничего ты в Дискорде не скрываешь, и ВКонтакте тоже ничего не скрытно. И знаем твой другой основной Дискорд сервер. Где-то там уже спалился, тут из ребят скидывал ссылку, я уже забыл, как бы. Ну, потому что мне, я тебе как говорил, что, типа, мне на тебя пофигу, но тебе на меня не пофигу, потому что ты постоянно агришься, вы постоянно заходите, сидите, один-два человека, ну, сидит, типа, вы ничего не пишете, типа, да, вчера попросили, типа, разблокировать вас, ну, зачем, смысл? Чтобы вот эту херню, ахинею, типа, делать? Нет, зачем, не надо, мне это не надо. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления, пишите комментарии, как вы относитесь к каналу Ревелекс. Естественно, сейчас эти хейтеры с канала Ревелекс прибегут, типа дизы накидают, туда не любят, это, в принципе, вполне нормально, я считаю, типа, пофигу. Ну, я же знаю, откуда дизлайки идут. Потому что до него, до вот этого хейтерства, были у меня хейтеры, но даже и сейчас есть на других каналах хейтеры, но с которыми я нормально наложу отношения, типа, да, то есть, типа, вот там разминулся, то есть, типа, люди понимают, типа, все нормально, типа, да, все нормально, типа, расходимся спокойно, типа, да, может быть, кого-то там смотрим, что-то там бывает, там пишут, то есть, типа, но мы с относительно положительной стороны, типа, все это делаем. Но, как бы, да и все. Всем, ребят, спасибо за просмотр еще раз. До скорого. Пишите комментарии, делитесь этим видео. С прошедшим всех праздником 9 мая. До скорого.